Всем привет! В сегодняшнем обзоре я расскажу вам о мультифункциональном креме для чувствительной кожи, склонной к покраснениям и куперозу из линейки Stop Куперос, производитель фитобиотехнологии Украина. Сосудистая сетка или купероз может появляться на теле, в зоне декольте, но самое неприятное – это купероз на лице. В группе риска в первую очередь находятся те, кто имеет чувствительную тонкую кожу, легкоранимую и краснеющую. На первых порах чувствительная кожа краснеет и зудит при малейшем раздражении. Холод, горячая вода, механическое воздействие. Вдобавок к этому мы видим темные узелки – сосудистые звездочки. Однако купероз на лице – следствие не только непосредственного влияния на кожу, но и на всю сосудистую систему в целом. Очень горячая вода, много острого и соленого, вредные привычки, а также баня – все это существенно ухудшает картину заболевания. Так что если вы обнаружили у себя на лице сосудистую сетку, первое, что вы должны сделать – пересмотреть питание и средства для ухода. Аквапарины – это термин, который вошел в современную косметологию совсем недавно. Нобелевская премия в области химии за открытие аквапаринов была присуждена Питеру Эгру и Родерику МакКиннону в 2003 году. Аквапарины или водные каналы избирательно пропускают молекулы воды, позволяя ей поступать в клетку и покидать ее, в то же время препятствуя потоку ионов и других растворимых веществ. Считается, что работа аквапарина в коже отражается на ее увлажненности и эластичности. Так, при дефиците аквапарина 3 снижается увлажнение кожи, ее эластичность, замедленно восстановление кожного барьера. Этот крем снимает воспаление и помогает восстановить циркуляцию крови в капиллярах. Предупреждает появление новых сосудистых сеточек, снижает чувствительность кожи, повышает защитные свойства кожи. Способ применения. Нанести небольшое количество крема на предварительно очищенную кожу. Можно применять как ночной крем для глубокого восстановления и питания кожи, так и в качестве дневного крема и основы под макияж. Троксирутин, который входит в состав крема, это биологически активный флавоноид. Является производным рутина, обладает пи-витаминной активностью. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек, нормализирует проницаемость стенок капилляров, повышает их тонус, увеличивает плотность сосудистой сетки, снижает экссудативное воспаление в сосудистой стенке, ограничивает адгезию к ее поверхности тромбоцитов, оказывает противоотечное и антиоксидантное действие. Экстракт гамомелиса укрепляет сосудистые стенки, стимулирует отток жидкости из межклеточных пространства, препятствует развитию купероза. Крем желтоватого цвета, имеет нежный запах, нежирный и быстро впитывается, не оставляет после себя липкости, выпускается в тубе по 50 мл. Также в линейку Stop Куперос входит полный набор средств для ухода за кожей, склонной к куперозу. Их обзоры уже есть у нас на канале. Все средства из обзоров вы можете приобрести в интернет-магазине phytomarket.com.ua. Ссылка на этот крем в описании к видео. При каждой покупке вы получаете заказанный продукт и экопакет, который полностью разлагается и не вредит окружающей среде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Задавайте ваши вопросы в комментарии и ставьте этому видео лайк. До встречи!